О, приветствую каждого, кто включил это видео, и сегодня необычный видос. Впрочем, как и всегда. Как вы уже заметили, на столе у меня находится колонка, которая по высоте составляет 80 сантиметров. Ну и по ширине она тоже такая объемная, я уже не говорю про вес. Потому что это ничто по сравнению с тем, то, что вот это вот... в кавычках, малышку, мы разыграем. А точнее, ее разыграет DJ Phil у себя на канале «Честный блог». DJ Phil? Кто это? А вот об этом я вам сейчас расскажу вкратце. DJ Phil – это диджей номер один России, плюс радиоведущий первой танцевальной, основатель трансмиссии, вдохновитель и наставник музыкальной школы в городе Санкт-Петербург by DJ Цветков и DM School. И DM School by DJ Цветков. Да, вот сейчас правильно. Имеет личное знакомство с Армином Ван Бюреном. То что, Армян Бордюрен? Друзья, для тех, кто не знает, Армин Ван Бюрен – это четырежды лучший диджей планеты. И в конце концов, DJ Phil это просто хороший человек. Ну а сейчас смотрим внимательно это видео, и где-то в нем я расскажу, как же выиграть вот эту вот. Давайте пробежимся по колонке, которая может стать вашей. Что мы имеем? Металлическая защита, два динамика по 30 сантиметров, логотип от Eltronic, колесики, отверстие под стойку и аккумулятор. Вся панель управления находится сзади. Также есть ручка для транспортировки и для переноса ручка тоже имеется. Здесь мы видим дисплей, вход для USB, TF-карт и SD-карт. Кнопка переключения между режимами, функция записи, функция повтора, назад, play, pause и вперед, пятиполосный эквалайзер, вход под AUX, в который у меня сейчас подключен диджейский контроллер, разъемы для зарядки от аккумулятора, вход для шнура питания, включение-выключение подсветки и включение-выключение самой колонки. Здесь можно настроить общую громкость и низкие частоты колонки. Здесь же настраивается эхо для микрофона, низкие, средние частоты. Здесь настраивается сам микрофон. А вот это уже громкость гитары. Также есть кнопка для приоритета микрофона. И еще мы видим вход для гитары и вход для проводного микрофона. Радио тоже есть, поэтому антенна здесь не просто так. В Dancebox 500 также идут еще и два радиомикрофона, которые работают от пальчиковых батареек. Ну что, друзья, полетели с новым мешапом, где я миксанул Prodigy, Bomb Funk MCs и Fatboy Slim. Теперь самая важная информация, в общем-то, та, ради которой мы с вами здесь все вместе и собрались. Для ее лучшего усвоения я буду рассказывать и писать вот здесь. Розыгрыш колонки от компании Eltronic Dancebox 500 под артикулом 2005 состоится на канале
«Честный блог». Главное условие конкурса – это подписаться на канал «Честный блог» и оставить там комментарий под видео с этой колонкой. Если вы сейчас перейдете к Филу на канал и видео еще нет, не переживайте, оно скоро там появится. Следите за обновлениями. Также вам нужно еще подписаться и на канал «Лидер НН Лайф». Напоминаю, друзья, чтобы все было максимально предельно честно, откройте все свои подписки, чтобы мы могли проверить, подписаны ли вы на «Честный блог» и на «Лидер НН Лайф». Подписаны ли? Итак, давайте закрепим информацию. Подписаться на «Честный блог» и оставить комментарий под видео с этой колонкой. И второе. Подписаться на «Лидер НН Лайф». По-моему, условия максимально простые. И вот прям на всякий самый-присамый случай всю вот эту вышесказанную информацию я оставлю в описании. Ну а с вами был Сева Микс и Эльтроник. Стоп! Опять я, ребята, чуть не забыл. Вот наушники вот такие вот компания Эльтроник дарит при покупке акустики от компании Эльтроник. То есть компания Эльтроник дарит наушники при покупке акустики от компании Эльтроник. А еще. И огромным плюсом к этому всему является попыт с единорожком. Вот это поворот! Симпл-димпл круче! Нет, попыт круче! Симпл-димпл! Нет, попыт! Симпл-димпл! Нет, попыт! Симпл-димпл, маленький красивый!